Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим тушеную капусту с колбасками. Для приготовления нам потребуется 850 грамм капусты, 300 грамм копченых колбасок, небольшая морковка весом 60 грамм, крупная луковица весом 160 грамм, 80 миллилитров холодной воды, чайная ложка соли, чайная ложка сахарного песка, 35 грамм томатной пасты и 2 столовые ложки подсолнечного масла. В чашу мультиварки наливаем масло, выкладываем мелко порезанный лук, на лук выкладываем морковь, порезанную брусочками, далее сосиски, порезанные кружочками. Следующий слой – это капуста. В холодную воду добавляем соль и сахар. Добавляем томатную пасту в воду. Все хорошо размешиваем. Эту смесь выливаем поверх капусты. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в мультиварке Red на режиме тушения 50 минут. Можно готовить на режиме мультиповар 110 градусов, также 50 минут. Время истекло. Капуста готова, осталось все хорошо перемешать. При подаче на стол капусту посыпаем свежей зеленью. Капуста получается благодаря колбаскам очень ароматной и сытной. Мы приготовим тушеную капусту со свининой в мультиварке. Для приготовления нам потребуется 1 кг капусты, 500 грамм свиной шеи, 120 грамм моркови, 150 грамм лука, 60 грамм томатной пасты, 80 миллилитров воды, чайная ложка соли, пол чайной ложки сладкой молотой паприки, 2 столовые ложки подсолнечного масла и пол чайной ложки смеси перцев. В чашу мультиварки наливаем масло. На масло выкладываем слой мелко порезанного лука. На лук выкладываем крупно порезанное мясо. Мясо поперчим. Добавим пол чайной ложки соли и паприку. Перемешаем лук, мясо и специи. Далее выкладываем морковь, натертую на крупной терке. Поверх моркови выкладываем капусту. С томатной пастой смешаем оставшиеся пол чайной ложки соли. Сюда же добавим воду. Все хорошо размешаем и польем капусту сверху. Капусту слегка прижмем. Перемешивать будем готовое блюдо. Закрываем крышку мультиварки. Сегодня готовлю в мультиварке Red M800. Здесь режим тушения настроен адекватно, поэтому достаточно будет 1 часа на режиме тушения. В некоторых мультиварках потребуется 1,5 часа. Или можно готовить на режиме мультиповар 110 градусов, также 1 час. Прошел час, капуста готова. Теперь осталось все хорошо перемешать. Мясо вместе с капустой. За час мясо и капуста успели приготовиться. Мясо получается сочным, очень вкусным. Капуста тоже стала очень мягкой. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!